Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Франсуа Руперт Карабин. Французский краснодеревщик, фотограф, скульптор. Его работы были характерны для стиля арт-нуво. Я цитирую Википедию. Родился у родителей эльзасцев 17 марта 1862 года. Его семья была перемещена из-за войны 1870 года, и после отказа принять немецкое гражданство они переехали в Париж, когда Карабину было всего 8 лет. В возрасте 16 лет он поступил учеником к гравёру. В период с 1889 по 1919 год Карабин создал множество предметов мебели, в основном из дуба, груши или орехового дерева. Одно из таких произведений, завершенное в 1893 году, было озаглавлено как «Кресло». Делал медали и практиковался фотографией. После окончания Первой мировой войны был назначен директором Страсбургской художественной школы. Его регулярно приглашали на венецианский сецессион. Работал в художественной среде Монмартра и сделал серию фотографических исследований проституток. Его скульптуры и дизайны изображали женскую форму как структурные, а не символические элементы, тяготея к декадентскому стилю. Изваял серию статуэток танцовщиц из бронзы, которую выставил в 1897 году в галерее Бернхайм. Также участвовал в салоне Общества независимых художников с 1884 по 1891 год. Завершил строительство многих памятников погибших в Великой войне, включая памятник Саверени, который был разрушен в 1942 году во время Второй мировой войны. Умер 28 ноября 1932 года в Страсбурге. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском краснодеревщике, фотографе, скульпторе, работы которого были характерны для стиля арт-нуво, Франсуа Руперт Карабин. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.